В одной из прошлых программ мы начали разговор о сне, как о составляющей части здорового образа жизни. Давайте вспомним 7 основных правил здорового сна. Правило первое. Соблюдайте режим. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, и в скором времени будильник вам не потребуется. Правило номер 2. Не переедайте. Желудок, как и все остальные части человеческого тела, ночью должен отдыхать. Рекомендуется ужинать не позднее, чем за 3-4 часа до сна. Правило номер 3. Отдых перед отдыхом. Важно перед сном не переутруждаться, отпустить все мысли и эмоции. Плохая идея – компьютер и телевизор. Хорошая идея – почитать приятную книгу. Свежий воздух – четвертое правило, ведь это потрясающее снотворное. Проветривайте комнату перед сном, а еще лучше оставляйте окно открытым. Пятое правило – полное затемнение и тишина. Необходимо выключить все звуковые и световые раздражители. Следующее наше правило – время сна. Общепринятой нормой продолжает считаться 8-часовой сон, но с появлением новых технологий его можно сократить до 4-5 часов. Сделать это можно с помощью правильного матраса и правильной подушки. Поэтому переходим к пункту номер 7. Матрас должен поддерживать позвоночник в правильном положении и в то же время создавать ощущение комфорта. У нас представлены различные коллекции матрасов, которые отличаются пружинным блоком и наполнением. Благодаря этому мы сможем подобрать идеальный для вас матрас. Для подбора подушки немаловажную роль играет и то, как вы засыпаете и в каком положении просыпаетесь. К примеру, подушки Sleep Professor с уникальным материалом тактил. Он обволакивает, подстраивается под каждый изгиб, придавая естественный комфорт и анатомическую поддержку во время сна. Соблюдая такие простые правила, здоровый сон вам обеспечен. И если первые пункты в ваших руках, то с выбором товаров для сна вам помогут профессионалы компании Hilding Anders.